Вот он кафе. Ебнуться. Нормально. Добрый день. Что-то у вас дети счет. А, давайте. Здравствуйте. Это, я думала, надо отмотать. Вот эта труба, которая перемотана изолентой. Я так понимаю, и от вот этой самой, как вот этого устройства отходит что-то. Ну, там оно отовсюду течет, короче. Насос какой-то. Он торчает. Пила, наверное. Блять, по канализации. Короче, тут же изолента замотаема. А что мы делаем-то? Изолента, блядь. Других вариантов там нет. Я манался там разбирать пол этого. Сейчас электроемкой замотаем. Самая лучшая изолента в мире. Ну, не синяя, правда. На синюю не везет. Но, по крайней мере, она... намного лучше, чем всякие вот эти веки, блядь. Других вариантов я там не хочу смотреть. Просто быстро на прокладку, сейчас плотно все замотаю. Даже мне кажется, разбирать там пол этого, это будет здесь. Мусорка. А оно тут, это для чего вообще? Еще раз? Что это такое вообще? Оно что качает? Это... Честно, я без не знаете даже, да? Без понятия, да, короче? Thank you.
будто тряпку повытирать, да и все, только я бы сделал там. Ну посмотрите, я там как бы повытирал и ну, не капает. Ну она когда я отдохнул, она капает. А ну включи. Она еще как бы начинает листать. Она начинает воду качать. Ну там она походу под давлением выскакивала труба. Я там назад вставил ее и заизолировал, так и все, закрепил изолентой. Ага. Потому что она не будет вырывать вот оттуда. $350. Сколько? $350. Да ты что, охуел, блядь, сука? А где у вас мусорка тут? Вот. У вас 50 гривен сдачи случайно не будет? Не, не будет. Точно не будет. Спасибо. Всем хорошего дня. До свидания. Приятно. Так, поехал я на другой объект, там тоже сантехника.